Казахстанская команда по ралли-рейдам «Астана» уверенно стартовала на Дакаре. Первый этап самого престижного экстрим-рейда планеты пролегал из Буэнос-Айреса в город Вилья-Карлос-Пас и завершился успешно для наших гонщиков. Все они финишировали в полном составе. Это 37-е по счету ралли. Маршрут супермногодневки пройдет по трем странам – Аргентине, Боливии и Чили. В течение 14 дней участникам предстоит преодолеть более 9 тысяч километров. Подробнее об этом расскажет Айжан Курмашева. В этом году на старт Дакара вышло 406 участников, 4 из них представляют Казахстан. По итогам первого соревновательного дня среди наших соотечественников лучшую позицию показал экипаж Артура Ардавичуса. В категории грузовиков гонщики заняли 13 место. Вплотную к двадцатке сильнейших в категории внедорожников финишировал экипаж Айдына Рахимбаева. Пока держит 22-ю позицию. Еще два казахстанских внедорожника занимают 39 и 96 места. Первый день это день катки. Здесь желательно не ехать быстро, привыкнуть к машине, привыкнуть к трассе. Это было сегодня важно. Поэтому, в принципе, наша задача была стабильно отъездить первый день. Впереди вся гонка, впереди весь Дакар. Стартовый этап выдался непростым для участников ралли. Им пришлось проехать более 800 километров, 170 из них пришлись на спецучастки. По мнению самих гонщиков, стартовая трасса оказалась капризной, и им пришлось нелегко. Было крайне сложно обгонять. Мы два раза вылетали с трассы, ну не критично, но тем не менее, да. В один такой прилет нам тут же взад еще пролетело багги, подровняв бампер. Все участники сегодня были в некотором мандраже, несмотря на правила, никто не хотел пропускать, обгонять было крайне сложно. Соответственно, это провоцировало всех на различные ошибки. Сегодня стартует второй этап ралли. Гонщикам нужно проехать более 600 километров. Маршрут второго этапа пролегает из аргентинского Вилья-Карлос-Пас в Сан-Хуан. Завершится марафон 17 января. Жан Курмашева, телеканал Алматы.